counts down. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Всем привет! В эфире 23-й выпуск видеожурнала «Время настольного хоккея». Весна пришла. Сразу как-то резко потеплело. Но потом зима сказала, что она пошутила и решила повременить со своим уходом. Ну а в настольном хоккее все идет своим чередом. Календарь насыщен соревнованиями, организаторы пытаются подвести итоги сезона до лета. Хотя старт предполагаемого чемпионата мира отодвинут на июль, и, казалось бы, время еще предостаточно. Сегодня в программе. Чемпионат Петрозаводска. Дебютный сюжет из Карелии. Детский кубок Санкт-Петербурга празднует 18-летие. Горячие страсти командного юниорского чемпионата. Сегодня у нас дебютный репортаж из Петрозаводска. Юрий Абрамов второй год уже развивает настольный хоккей в своем регионе. Пора бы поближе познакомиться с соседями. В субботу, 6 марта, в столице Карелии прошел второй этап чемпионата Петрозаводска. Сегодня проводим турнир по настольному хоккею в точке кипения Петрозаводск. Посмотрим, кто станет победителем, кто же сильнейший. Очень радует, что пришли люди с семьями, с детьми, что, как мы и задумывали, хоккей становится таким семейным досугом. 12 любителей настольного хоккея сыграли мини-турниры в двух группах. Параллельно с этим все желающие играли товарищеские матчи. Мой папа организует хоккей. Он играет с дедушкой в хоккей. Я люблю хоккей. Я тоже играю настольный хоккей. В связи с техническими неполадками результаты фиксировали вручную на листе бумаги. После турнира организаторы смогли внести итоги в международную систему «Скорпион», на которой проходит основное количество турниров по настольному хоккею. Все игроки получили непередаваемые эмоции от жарких битв на пластиковом льду, а также сертификаты на месте интернета от Сампору. Я люблю смотреть настольный хоккей. Я тоже люблю смотреть. А вы болеете за игроков? А да, кто не хоккей? Да. А как вы болеете? Какими словами? Шайбу! Да? Папа, да, да, да. Чуть позже начала играть высшая лига Петрозаводска. Благодаря помощи Виталию Куцурука удалось организовать трансляцию матчей с комментариями. Хорош, Кирилл. Заходная четенько. Щелчком таким. Что-то неладно у Юрия с правым флангом. Он просто переводит налево. И Кирилл Степкин догоняет. Общественное движение «Отцы Карелии» развивает настольный хоккей в Петрозаводске с декабря 2019 года. Благотворительный фонд «Марьяна» начал активно помогать продвижению этой игры в 2020 году. Скоро мы откроем несколько кружков по обучению основам игры. Будем продолжать чемпионат, а также начнем проводить турниры Суперкубка Карьяла Оупен. Привет. Игра в настольный хоккей развивает мелкую моторику, глазомер, логику, координацию движений и креативность. Следите за публикациями НХК ПТЗ, играйте в настольный хоккей. В
Так, глядишь, в следующем сезоне Петрозаводск замахнется на этап Кубка России. Начало весны, помимо приближения женского праздника, для настольных хоккеистов Санкт-Петербурга ассоциировался с днем рождения детского кубка. Уже в далеком 2003 году, 2 марта, во Дворце культуры «Невский» прошел самый первый этап первого детского кубка. На календаре 2021 год, а значит, детский кубок празднует свое совершеннолетие. И причем со следующего сезона, значит, в нем будут участвовать уже игроки, которые родились после его появления на свет. Символично, что победу в праздничном турнире одержал Даниил Перов, родившийся как раз в 2003 году. Тем самым он возглавил общий зачет 36-го детского кубка, но конкурент не дремлет. Семен Битюков сохраняет шанс на золото. В младшей категории почти схожая ситуация. Иван Чернов, одержав победу на этапе, упрочил свое лидерство, но Алексей Богомолов, не попавший даже в призеры, тем не менее сохраняет шанс на чемпионство. По случаю 18-летия, четвертый этап 36-го детского кубка было решено провести в пиццерии «Папа Джонс» на Ленинском проспекте 133. С этой компанией у Федерации настольного хоккея Санкт-Петербурга наметилось плодотворное сотрудничество, и для празднования дня рождения место проведения было очень даже подходящим. Количество младших участников в этом сезоне заметно сократилось. Нестабильная работа секции в этом учебном году, связанная с пандемией, и запрет на проведение мероприятий в учебных заведениях накладывает трудности с посещаемостью. Обычно школа, где проводится турнир, является базовой для состава участников. Территориальное расположение нынешнего турнира предполагало активность от расположенных сравнительно недалеко секций ДДЮТ и школы 358. Но в этом сезоне Дворец творчества Кировского района так и не запустил секцию. Поэтому могли участвовать ребята из прошлых наборов. 358-я с нынешнего учебного года сменила ориентиры, перейдя со старшеклассников на началку. Трое воспитанников секции Артема Будаева играли на прошлом этапе, и на отчетном турнире присутствовали двое. Дебютировал, кстати, мой однофамилец Алеша Скоробогатов. Самый юный участник турнира ожидаемо замкнул турнирную таблицу. Его одноклубник Юра Сучков сейчас наиболее активный представитель секции, старающийся не пропускать ни одного турнира. Трое их соперников по первой лиге имеют заметно больше опыт игры. Артем Лавров должен был играть в высшей лиге, но тут сюрприз в отборе ему преподнес Никита Якунчиков. Действующий чемпион слабо сыграл в своей отборочной группе. И судьба путевки в вышку решалась в таковом матче Лаврова с Якунчиковым. Никита смог подтвердить свой более высокий класс и избежал позора. А Артем отправился побеждать в первой лиге. Сделать это оказалось очень даже непросто. Его конкурентами стали ребята из 36-й школы – Яков Конев и Владимир Мыркин. В общем зачете рейтинга 36-го детского кубка, идущие следом за воспитанником Маски. У Конева Лавров выиграл 4-1, Мыркину проиграл 1-2. А Вова, в свою очередь, уступил Яше 2-4. По разнице шайб в мини-турнире выше конкурентов оказался Лавров. А у парней с Васильевского острова пришлось смотреть дополнительно еще и общую разницу шайб. В этом компоненте лучше оказался Мыркин. Кто же смог поставить чемпиона на грань провала? Представитель, можно сказать, хозяев турнира Никита Коновалов из ДДЮТ. Пока другие фавориты с легкостью забивали с десяток шайб начинающим игрокам, Якунчиков ничего не смог поделать со своим тезкой Коноваловым, проиграв 1-2. Усугубило ситуацию поражение Чернова 1-4. И только победа в стыке с Лавровым даровала путевку в привычную вышку. В высшей лиге Якунчиков взял убедительный реванш в игре с Коноваловым 7-0. Никите пришло тяжело, все-таки квартет лидеров сейчас на голову сильнее остальных участников. Но Ушакову уступил упорной борьбе 3-4. Да и успешное участие затем в турнире старших подтвердило не случайность таких результатов Никиты Коновалова. Наиболее подготовленным выглядел Иван Чернов, оттачивающий исполнение выходов, что говорит о переходе на следующий уровень мастерства. Без этого элемента сейчас трудно представить настоящего мастера игры на стиге. Ваня клал выходы в оба угла, чем деморализовал конкурентов.
Победа во всех матчах обеспечили ему первое место на этапе. А вот Якунчикова явно взбодрили стартовые неудачи. И дальше он добрался до второго места, уступив только Чернову 2-3. Богомолов в этот день не одержал ни одной значимой победы, пропустив на третье место Мишу Ушакова. Заканчивал игровой день турнир старшей категории. Почти все участники только что 3 часа рубились в команднике, поэтому решено было перейти сразу к играм в лигах. Тем более, что границы просматривались, как говорится, невооруженным взглядом. Единственный вопрос мог возникнуть по Константину Зубову, но он сам пока не рвется играть с мастерами. Костя в итоге убедительно выиграл турнир первой лиги. На 4 очка отстали 2 других медалиста. Оба представители ДДЮТ – Тимофей Кудрявцев и Никита Коновалов. Вот так самый младший участник добыл серебряную медаль в первой лиге старших. Не нашел сил на личный турнир Михаил Хорев, помогавший Охте завоевывать серебряные медали в команднике. Алексей Пресняк имел хорошую мотивацию, но мастерства не хватило завоевать медаль. Ваня Куценко и Егор Волков – нечастые гости на наших турнирах. Надо набираться опыта. Высшую лигу без потерь прошел Даниил Перов. 7 побед в 7 матчах, где слабых соперников нет. Это почувствовала на себе Ксения Обоева, финалистка недавнего чемпионата России среди женщин. Мальчишки не стали преподносить Ксюше подарок накануне женского праздника. Перов, Битюков и Богомолов обыграли ее, а Тихомиров очки поделил. В итоге Обоева оказалась на непривычном 5-м месте. Соперники дружно теряли очки, и Никита Тихомиров, потеряв 50% очков, неожиданно обнаружил у себя на шее бронзовую медаль. Серебро у Битякова, сохраняющего шанс на итоговое золото. Каждый турнир в этот день заканчивался совместным поеданием горяченькой пиццы. Наигрались и наелись. Заключительный этап детского кубка состоится в воскресенье 21 марта. Пройдет он в библиотеке на Московском шоссе 2. В достаточно спокойное нынче течение детского кубка был вкраплен стартовый этап 11-го командного юниорского чемпионата Санкт-Петербурга. В пиццерии «Папа Джонс» 7 марта на старт вышло 5 команд. Немного. И никто не смог оказать достойного сопротивления команде «Маска». Действующий чемпион начал новый сезон с победы. Под вопросом вообще было участие некоторых команд. Даже такие регулярные посетители юниорского командника, как «Охта» и «Ровесник», не могли набрать состав. В итоге «Охта» пополнилась Мишей Хоревым, как раз единственным представителем «Ровесника», дошедшим до турнира. Другие его одноклубники по разным причинам на соревнования не явились. С другой стороны, вряд ли Михаил мог претендовать на призовые места в составе своей команды, а вот с более классной «Охтой» такой шанс появлялся. Вся нагрузка ложилась на основную тройку, и со старта выпал тяжелый экзамен в лице «Терра-Новы». Поскольку в этом сезоне прошлые лидеры команды сидят в подполье, Павлу Симонову, возглавившему команду, удалось рекрутировать сначала Павла Красавина, а затем и переманить из «Дрим Декатин» Всеволода Смолина. Наличие Павла Федорова делало «Терра-Нову» одним из претендентов на победу. «Дрим Декатин» не часто удавалось в прошлом сезоне собраться полным составом, но тот удалось. Вероятно, помогло именно объединение командного турнира с этапом детского кубка, который игроки из команды «Мечты» стараются не пропускать. Экзаменовал команду лучших игроков младшей категории детского кубка чемпион «Маска», сумевший собрать оптимальный состав. Даже помощи активного сейчас Артема Лаврова не потребовалось. С «Дрим Декатим» разобрались 21-11. Только Алексей Богомолов показал достойное сопротивление, обыграв Титова, Обухова и Корсука. «Терра-Нова» выглядела фаворитом в паре с ослабленной «Охтой». Но тут «Охтинцам» помогла удачная расстановка на стартовый тур. Выиграл даже 4-й номер Михаил Хорев у Смолина 4-1. Практически этим матчем Миша оправдал свое приглашение в «Охту». Остальные его партнеры также одержали победы. 8-0 в дебюте. Жесткий удар по психике соперника. Как ни пытались земляне прийти в себя, упущенное психологическое преимущество было уже не вернуть. Никита Тихомиров взял 8 из 8. Общая победа 21-11 резко повысила котировки «Охты».
На волне успеха Охта разнесла еще Dream Data Team 20-12. На этот раз мистером 8 очков стал Константин Ситников. В прошлом сезоне, зачастую уступая ребятам младшей категории ДК, Костя смог всех обыграть. 7 очков добавил Семен Дутюков, еще 5 Тихомиров. Кроме как обыграть Хорева, парни из Dream Deco Team смогли по 2 очка взять на победе Богомолова над Тихомировым и 2 ничей Чернова. У команды DDUT состав был, конечно, не для высшей лиги, где они поневоле оказались в отсутствии других команд. За весь турнир Тимофей Кудрявцев с Никитой Коноваловым смогли взять всего по 2 очка. Игравший за них Вова Мыркин из 36-й школы набрал 5 очков. Еще 2 игроков остались на голодном пайке. Терра Нова, обретя уверенность, разгромив DDUT, смогла дать бой Маске. Начали снова катастрофично. 1-7. Но потом была ничья, а затем и победы на 3 площадках. Перед заключительным туром отставание сократилось до 2 очков – 11-13. Но в матче первых номеров Обоева обыграла Федорова 4-1. А остальные 2 Павла добились только ничейных результатов. Победа Маски 19-13. У Терра Новы оставался последний шанс добыть хоть какие-то медали. Надо было обыгрывать Dream Deco Team. 2 тура прошли в равной борьбе. Перелом наступил в 3-м. Федоров, Симонов и Красавин свои матчи выиграли, и земляне повели 14-10. Мечтателям надо было исправлять ситуацию. Ушаков обыграл Смолина, Якунчиков – Красавина, а Чернов поделил очки с Симоновым. Но Федоров на эмоциях добыл необходимый перевес, переиграв Богомолова. 17-15, победа Терра-Новы и обеспеченная бронза. Раздосадованная Dream Deco Team сухую разобралась до DDUT. Ожидаемой борьбы в финале не получилось. Либо охтинцы не верили в возможность обыграть Маску, либо все силы и эмоции растранжирили на детской площадке, оборудованной пиццерией для малышей. 7-25. Маска – победитель этапа, а второе место для такого состава Охты – тоже успех. Предположительно, следующий этап юниорского командника пройдет в рамках командного чемпионата Санкт-Петербурга 4 апреля в гостинице «Октябрьская». А пока 14 марта нас ждет командный чемпионат России, который пройдет в Москве. На него съедутся ведущие коллективы страны, где главными претендентами на золото считаются «Легион Ники», чемпион 2020 года, во главе с Максимом Борисовым, который не участвовал в соревнованиях ровно год. А также курские куропатки, которые не прочь вернуть себе чемпионский титул. В числе претендентов на призовые места еще 2 питерские команды «Стига СПБ» и «Северное сияние». Всего же из северной столицы в главную столицу направляется 7 команд. Слышите? Паровозный гудок. Пора на поезд. До встречи в Москве. Пока.